Кнопка затвора поможет выиграть. В Москве прошла презентация японского конкурса фотографии. Сирийский хранитель древности открыл музей. В КНР удивительно размножились тигры. Фотографии в 10 российских городах. Таково обязательное условие конкурса, приуроченного к перекрестному году России и страны восходящего солнца. Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Нижнего Новгорода, Краснодара, Волгограда, Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока могут принять участие в фотосоревновании до конца марта этого года. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо сфотографироваться на фоне японской инсталляции, выложить свою фотографию с хэштегами «Портал в Японию» и «Год Японии в России» на своей странице в любой социальной сети. Победители получат главный приз – поездку в Японию на двоих. Телеканал «Большая Азия» и наш сайт активно работают по продвижению российско-японских мероприятий. И мы, наверное, самые активные по освещению года Японии в России. Я хочу сказать, что мы сделали за это время более 750 новостей о Японии. И это только позитивные новости, более 20 публикаций. У нас регулярно проходят встречи с японским посольством. Мы очень надеемся, что в результате активной работы мы расширим информационную составляющую в российско-японских отношениях. В каждом городе установлена своя японская инсталляция, возле которой и нужно сфотографироваться. Как отметил временный поверенный в делах посольства Японии в России Тосихиро Аики, интернет служит первоклассным средством для привлечения внимания к конкурсу, и границы между городами стираются. С помощью интернета это просто здесь нет расстояния, географического расстояния или люди любого возраста и везде могут участвовать. Поэтому мы надеемся, что жители, участники в России в этом фотоконкурсе будут узнавать лучше о Японии и особенно о туристических привлекательностях или обменах между региональным обменом между Россией и Японией. Презентация фотоконкурса включала в себя не только памятные селфи и фото для конкурса, но и выступления артистов японского балета. Ведущий конкурса спрашивал у зрителей, с чем у них ассоциируется страна восходящего солнца. Наша съемочная группа тоже решила спросить у гостей презентации, что они знают о Японии. Дома строились из дерева. В них один или два этажа. Ну, они называются Минка. Там жили ремесленники, торговцы, рыбаки, другим словом, те, кто не относились к самураям и знати. Крыши поддерживали деревянные балки. Стены – это легкий каркас из плетенок, из соломы или бамбука. Нравится кухня. Кухня. Я мечтаю побывать, чтобы только попробовать кухню. А так, знаю, что мегаполисы очень красивые, очень высокие здания. Вот. И люди очень добрые, у них очень гостеприимные, и нравятся их обычаи. Сидеть на полу, все вот эти вот красивые халатики, зонтики, вот как девушки ходят, очень мне нравится. Для того, чтобы победить, также нужно придумать к своей фотографии оригинальную подпись, зарегистрироваться на официальном сайте конкурса и ждать объявления результатов. Илья Залевский, Павел Чуков и Юлия Глазкова. Новости Большой Азии. Уже полвека сирийский коллекционер Хаид Хам Табаха собирает старинные вещи, непрерывно пополняющие его коллекцию. В результате 65-летний владелец магазина одежды превратил свое жилище, расположенное в самом центре Дамаска, в частный музей. Он охотно приглашает к себе в дом любого любителя истории, чтобы предметно рассказать ему об истории города и страны в целом. Хаид Хам не богат, но все заработанные им деньги он годами тратит исключительно на свое беззаветное увлечение. Как правило, одна приобретенная вещь приводит в его коллекцию и другие подобные, так как он интересуется предметами, подбирая их по тематическому признаку. Однажды разросшееся собрание вещей перестало помещаться в жилом пространстве личных комнат. Тогда Табаха купил прилегающий дом, со временем превращенный им в настоящую постоянную экспозицию. Несмотря на определенные финансовые затруднения, коллекционер никогда
не рассматривал свое собрание древности как вложение, обладающее рыночной ценой. Он намерен завещать детям продолжать благородное дело и ни в коем случае не продавать экспонаты, среди которых можно найти живые свидетельства ушедшей эпохи, от старых билетов в кино до ключей от давно разрушенных строений, а также выцветшие старинные литографии и эстампы. В зоопарке города Лаян, провинция Хэнань, центральный Китай, в январе родились шестеро детенышей южно-китайского тигра. Все они выжили и на сегодня активно развиваются под чутким присмотром местных зоологов. Малыши, трое самцов и три самочки, чувствуют себя хорошо. Любопытно, что речь идет о двух пометах, произведенных на свет двумя матерями 10 и 11 января. Специалисты отмечают, что сам по себе факт беременности хотя бы одной из хвостатых полосатых уже счастливое событие, так как этот вид животных мало и неохотно размножается в неволе. И уж совсем редкость, когда две матери из одного прайда дают потомство фактически одновременно. Прямо с момента появления на свет тигрята находятся на усиленном искусственном вскармливании и активно набирают вес. Сейчас каждый из них весит по 2,5 килограмма. Южно-китайский тигр, известный также как тигр ксиамен или амой, относится к вымирающим видам. Взрослые особи могут достигать длину до 3 метров, а вес колеблется от 180 килограммов у самцов до в среднем 120 у самок. Удар лапы способен сломать шею буйвола, так как достигает давления в 500 килограммов. Все новости Большой Азии смотрите и читайте на нашем сайте.